Меня зовут Маргарита Тубарова, мне 6 лет. Нихао. Когда я вырасту, я хочу стать доктором и певицей. Я ходила на спортивную гимнастику и летом научилась садиться на шпагат. Я люблю играть в куклы. У меня есть 3 сестры. Одна самая старшая, ей 16 лет. Ее зовут Мария, и она любит читать. Другая тоже старшая сестра. Ее зовут Вася, ей 10 лет, и она тоже любит читать. И третья сестра, которая старшая, она любит читать и играть. Ей 9 лет, ее зовут Варвара. Я бы хотела завести собаку. Пуделя. Мне не нравятся кошки, потому что они больно кусаются. Я очень боюсь пауков. Не знаю. Они страшные.